Вот мы вышли из храма, воскресный день, пошли на освящение склада у брата Игоря Барлаша. Мальчиком вот. Чё тут? Небо какое чудное, Господа. Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, эту же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Я же Твое царство, святые слава, сосредоточься, как же духа на небеси, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сетеловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его, не убоишься ужасом ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающая в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и слышу его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господу помолимся. Господи, помилуй.
сам и ныне зде. Превосходящий и нами недостойный мы быть тебе моление приносящий от всякого зла, не гредим и соблюдим, благословляя их, обиталище сие, и наветит тех жизнь, выну сохраняя, изобильно вся благая твоя и твоим благословением, на пользу подавая, яко подавая, подавая тебе всякая слава, честь и поклонение, все безначально твоим отцем, и пресвятым Богом творящим ты духом на них принесли во веки. И благослови вы ты дом Лаванов при входе Якова и дом Патифара, при входом его всем благослови вы дома Видара, несением кивоты, в дни над пришествием во плоти Христа Бога нашего, спасение дома Закиева даровавый, сам благослови, Господи, и место сие, и вне трудящихся страхом Твоим огради, и невредимых от сопротивных сохрани, и благословение Твое с высоты на место сие не спасли им, и благослови и умножи вся благая на месте всем Твоя, боясь, миловать и спасать, и Боже наш, тебе славу посылаем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присне, во веки веков. Аминь. Благослови, Господи, место сие, и исполни его земных Твоих благ, и в нем благочестно трудящихся от всякого злага обстояния неврежденно сохрани, от всякого изобилия небесного и земного Твоего благословения, тем дару, и яко щедр помилуй, повелиться Твоей милости. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молимся, все услышащие, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И все болен, все будут послать благословение на место сие и на всех в нем трудящихся, и послать им ангела своего, милостиво соблюдающего, сохраняющего всякого зла, и наставляющий на делание всех добродетелей и ко исполнению святых Христовых заповедей. Боже, сохраните их от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия, племенников и всякие смертоносные раны, и даровать им здравие, благодетельствием, оградите их, и во всем угодите, всем всем, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог, воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами причистится, Матерь святых славных и сакральных апостолов, преподобный Богоносный, Отец из всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ну все, Бог благословение вам. Трудитесь, все Христос. Чтобы Господь благословил вас не только, чтобы для себя, чтобы можно было, как в других молитвах говорится, и уделять нуждающимся. Вот. И, конечно, голубям, знаете.